В Заурале пройдут дополнительные выборы в Курганскую областную думу. Этот вопрос решился на внеочередном заседании парламентариев 6 июня. Проводить довыборы приходится из-за прекращения полномочий депутата Владимира Степанова. Он был представителем Ачучанского избирательного одномандатного округа номер 10. Комитет по законодательству и государственному строительству вносит на ваше рассмотрение проект постановления о назначении дополнительных выборов депутата Курганской областной думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу номер 10 Ачучанский. Комитет предлагает принять данное постановление и назначить дополнительные выборы на 10 сентября 2017 года. Подробнее о том, как будет проходить голосование, рассказал председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов. Голосование будет проходить на 100 избирательных участках, которые расположены в трех районах Курганской области, в Сафыкулевском, Альменевском и Чеченском районе. Также организацией будет заниматься эта избирательная кампания 3 территориальных избирательных комиссий соответствующих районов. Кроме того, в этом году выборы будут проводиться с использованием современных технологий. В частности, системы ускоренного ввода протокола участковых избирательных комиссий через QR-код. С помощью смартфона можно будет сканировать этот код и получить протокол об итогах голосования в электронном виде. Василий Сысоев, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».